В парке культуры и отдыха имени 500-летия Чебоксар состоялся главный чувашский праздник Агадуй. Каждый год жители республики ждут его с нетерпением и не зря. Массовые гулянья, содержательная развлекательная программа, источник хорошего настроения для всех присутствующих. Свою историю Агадуй ведет с давних времен. Национальный праздник проводили в каждой деревне, где для гуляний отводились специальные места. Агадуй в дословном переводе означает «свадьбу плуга», «сева зерновых». Первый республиканский Агадуй был организован в 2009 году по инициативе Чувашского национального конгресса и администрации города. С каждым годом праздник становится масштабнее и собирает все больше людей, которым интересна культура и традиции своего народа. Чувашские диаспоры преодолевают немалое расстояние, чтобы раз в год приобщиться к традициям своих предков. Представители Пензенской, Ульяновской, Самарской, Ростовской областей, Республик Башкирии, Татарстан, Беларусь – это лишь малая часть большой чувашской семьи, которая живет в разных уголках земли. Главными почетными гостями являются мудрецы и старцы, которые призывают высшие силы к тому, чтобы праздник состоялся. Они традиционно просят благословения у священного столба, проводят древний обряд для хорошего урожая и здоровья, вспоминают великих людей, которых родила и воспитала чувашская земля. Агадуй любим потому, что на празднике каждый может найти развлечения по душе. Песни, пляски, спортивные игры, показательные выступления конников, детские концерты и многое другое. Татьяна Филатова, Оксана Александрова, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев, Республика. Чувашский народный ансамбль «Уяв» хлебом солью встречал дорогих гостей на празднике плуга и земли. А каждая этнодеревня хотела удивить и порадовать главу своим творчеством, угощениями и народным промыслом. Дети как катались? Крутились еще? День рождения в этом году республика отмечает с большим размахом. Все представители районов республики и гости из других регионов попытались представить культуру и традиции Чувашии неординарным способом. Водили огромные хороводы, дети играли на дудочках, а люди постарше показывали, каким образом раньше перемалывали зерно в муку. Общенациональный праздник такого масштаба впервые проводится в столице Чувашии. Вот это богатство! Вот это богатство чувашского народа мы, молодое поколение, должны дальше развивать, передавать из поколения в поколение. Богатство – это народ Чувашии. За последние буквально 20 лет, впервые в прошлом году, среди Чувашей демографическая ситуация улучшилась. Молодцы, Чуваши! С праздником! Я думаю, что мы все вместе с вами еще так хорошенько потрудимся и обязательно опередим все регионы своими трудовыми результатами и покажем, как чуваши умеют быть сплоченными и радоваться жизни. С праздником! Тогда Татьяна Трофимова, Олеся Русакова, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев, Республика.